Всем огромнейший привет! Мы с вами в Чижике. Я без подготовки специально, ведь не смотрела ничего. Приехала в пятницу. И мы с вами увидим все собственными глазами, что в магазине, почем, какое качество. И это Московская область. Точный адрес под видео. Лапша Вау Чоу со вкусом курицы, а вторая со вкусом говядины. Я иногда такую, кстати, ем. Вкусненько. Со вкусом курицы возьму маленькую, а со вкусом говядины побольше. Я просто люблю такую лапшу. И вот эти там химические пакетики, иногда даже я их не добавляю, только лапшу ем. Арахис опять возьму, 200 граммов, 79 рублей. Жареный, соленый, кстати, очень вкусный, просто обалденный. Ни одного там испорченного нет орешка. И сладкую смесь 79. Там не жареные орехи, все такое а-ля натурель, орехи и сухофрукты. Все чисто, ничего мыть не нужно, руки потом не грязные. Сливки для кофе 10%, и здесь Атерман. Здесь их теперь больше, видите, какие большие упаковочки. 10% по 17 граммов. 10 вот этих баночек 69. Но я бы взяла бы лучше поменьше расфасовку, которые были по 45, что ли, или по 35. Эти, конечно, получаются накладно. И возьму овсяное молоко. Вернее, не молоко. В кофе овсяное без молока с кальцием, витаминами. Литр 79 рублей. Биг Био. Сахар, песок, если вас интересует, сколько сейчас в Чижике. По 59 рублей 1 килограмм. Вот возьму в запас. Огурцы в Чижике сейчас по 149. Вот взяла 3 штучки. Бананы, грейпфруты и апельсины. Апельсины 89, грейпфрут 99. Кстати, апельсины, по-моему, подорожали, да и грейпфруты. Что-то там они стоили 109, что ли. И бананы 139. Цена какая-то все-таки высокая. Ну и переходим скорее к новинкам этой недели. Мелки 12 штук. Да еще какие огромные. 99 рублей. Смотрите-ка, в каком ведерке удобно с собой принести. Затем подарочная игрушка мягконабивная 299, но мы с вами знаем эти шуточки, потому что все дешевеет, потом через неделю будут скидки. Вот тут и сосна, и береза, говядина, веска, смотрите, какие кусочки вообще отличные. Говядина сейчас, лопатка, это лопатка 299 за 400 граммов, берем. Смотрим дальше. Перчатка, расческа для вычесывания шерсти животных. Смотрите, какая она. 129 рублей. Я слышала хорошие отзывы о таких перчатках, что к ним действительно все прилипает. Потом вот так снимаете и можно вязать носочки теплые. 129 рублей. Миски подъехали. 129 побольше. Так. И поменьше за 79. 200 миллилитров. И за 350 129. И смотрите, у них здесь резиновые колечки для того, чтобы она не скользила по полу. Здесь нержавейка внутри соприкасается с пищей, а здесь краска. Не знаю даже, что и лучше. Вот видите, здесь краска. Так они тяжеленькие. Игрушка тоже для домашних животных 199 рублей. Но думаю, что будут скидки. Ой, смотрите, хрустящие, как хомячок, лисичка, лягушка. Хорошие, конечно, такие классные, но подождем скидок. Лежанка 799, последняя, кстати, осталась, 53,5 на 43,5. Так, и форма для запекания. Минус 20, плюс 300 градусов. Это, по-моему, еще с прошлой недели. 32 на 18, 5,2 сантиметра в высоту. Удобно то, что ручки, удобно то, что гладкая такая. И, в принципе, хороший объем. 499. Что из обуви новинки? Это кроссовки мужские, притом 399 рублей. Ну, это типа изиков, смысл такой же, наверху ткань дышащая, внизу легкая подошва, похоже на Эва. Ну, может быть, так и есть, но тяжеленькая для Эва, конечно. И шнуровка. В общем, вот такие кроссовки. А, есть еще второй вариант. Смотрите, какие. Да, эти уже больше на изики похожи. Но тяжеловаты. Подошва такая тяжеленькая, нелегкая. Сумка есть напоясная. 499 рублей. Две молнии, два отделения. Молнии, кстати, с хвостиками.
искусственная кожа. Ну, она такая кожа матовая, интересно сделана. Здесь ремешок тканевый и на карабине. Ну, в принципе, неплохо, но не знаю, кто сейчас носит на поясе. Мне кажется, уже пояс ушел. 399 футболка. И вот он весь комплект. Внизу кроссовки, дышащая сетка, амортизация, легкость, брюки 399 спортивные мужские и футболка, мягкая ткань. Ну, насколько она мягкая, посмотрим сейчас. Во-первых, на состав. Классический покрой, 48-50 двойные размеры. Вот, например, элечка. Ну, трикотаж футболочный, не такой он и толстый, можно сказать, что тонковат. Интересно, будет она линять или нет. Сейчас посмотрим с вами состав. Здесь удобно то, что этикетка не пришита, ничего чесаться не будет, потому что мужчины это не терпят, не любят. А вот здесь краской нанесен размер и все такое. И состав 100% хлопок, изготовитель Грузия. Вот это да. А XL это 50-52. 2XL 52-54. Конечно, подсядет из-за того, что 100% хлопок после стирки. И вот интересно, у кого 52 размер, допустим, какую брать? XL или 2XL модель? Какую брать размерный ряд? Непонятно. Вот это XL 50-52. Думаю, что будет впритык. 52 впритык. Сабо подъехали 36-41. 399 рублей. Вот это Эва. Вот они совсем легенькие. По сравнению с этой подошвой. Все как полагается. Классика. Даже дырочки для украшений. Ну и для вентиляции, конечно же, тоже. Два цвета мы видим. Вот они, кстати, брюки Family Collection. 50 хлопок, 50 полиэстер. Так что брюки мужские, полусинтетика. За 400 рублей, без рубля. 50-56. Да, это все одно. Пояс на резинке. Шнурочки есть еще. 50 хлопок, да, 50 полиэстер. Это то же самое. Комфортная посадка, шнурок. И они прямые, без всяких там манжетов. На щиколотках жилет мужской джинсовый. О, здравствуй, Вассерман. Сейчас посмотрим. Одна упаковка открыта, кто-то уже смотрел, любопытный. И мы с вами тоже заглянем. Да, здравствуй, Анатолий Вассерман. Миллион карманов и такие на липучках. Ну, для рыбаков, там для деловых мужчин, которые любят все носить с собой, все свое ношу с собой. От 50 до 56 размера много карманов для активного отдыха. Ну да, в лес, на рыбалку. 80 хлопок, 20 полиэстер. Сделано в Китае. Спереди молния. В общем, чтобы ничего не забыть. Компас, зажигалку, спички, все такое. Ну и, конечно же, телефон. Цена 999. Я думаю, что будет еще скидка. Сабо мужские. А вот мужские, смотрите, темно-серый только цвет. 399. Легенькие, нужно мерить, маломерит или нет. Вот, например, 40 размер, но не верю. Мне кажется, маломерки. Кто примерял, рассказывайте. А вот здесь уже приклеены, смотрите. А, нет, не приклеены, эти штучки вот вставляются. Кстати, сейчас пятерочки акции, вот такие на кассе выдают, разные, на тему космоса. Так что, какие интересные. А здесь уже одна пропала. 349, с декором, да. Задекорированные трусы 149, две штучки теперь для девочек и для мальчиков, боксеры 89, тоже двойные размеры, 249 рублей, две штучки. Ковер домовой 40 на 60, антискользящая поверхность. Ну, такой сюда будет забиваться мусор. 149 рублей, 40 на 60. Лопата для кемпинга тяжелая какая. В общем, она складывается полностью туда-сюда и в чехол. 500 рублей, без рубля. Вот что мне нужно, решетка для мангала. Кстати, рекомендую брать, потому что, в принципе, она прочная, как все, которые продаются. Это раз. Хороший размерчик, 55 на 29,6 в высоту. То есть на такую толщину вы сюда можете положить и куриные бедрышки, и большие куски мяса. И стоимость 300 рублей, потому что такие в магазинах от 600 рублей. В пятерочке, в Дикси. Да в любых. Я уже смотрела, потому что для меня это больная тема. Так что берем, даже не раздумывая. За 300 рублей это золотая цена. Так, для барбекю наборчик. Ну-ка заглянем. Что там такое нам приготовил Чижик.
Даже, кстати, хорошо, что я не заглядывала в рекламные проспекты заранее, потому что очень интересно все это рассматривать в магазине. Так, тут есть вилка, да притом такая острая. Тут есть лопатка, да еще зазубринками, чтобы чистить потом решетку. Тут есть щипцы, да еще с пластиковыми ручками, чтобы ничего не нагревалось, не обжечься. Тут есть и, смотрите, что, кисточка, чтобы смазывать решетку, ну и там все остальное. Все это еще в таком чемоданчике. Жарим гриль, набор для барбекю. 4 предмета. И это нержавеющая сталь и пластик. Октябрь 23 года. Китай 999. Ну, цена, конечно, но если отдельно покупать на Wildberries, например, минимум 350, 350, 350, 350. На 4 умножаем, получается больше, чем 1500, а здесь 1000. Ну, не знаю, в принципе, из нужного здесь щипцы, вот я бы взяла, и лопатка. Вот это даже не особо нужно. Вот 350 плюс 350 – 700, а здесь 1000. Так что подумаю. Или подождем скидок, правильно? Торопиться не нужно. А вот с решеткой не раздумывайте, потому что дешевле не найти. Это уже проверено. Фейри из химических средств – 1350, сочный лимон – 1350 миллилитров, 259 рублей. Гарнье – 300 рублей. Мицеллярная вода, очищение плюс сияние. Либре 189, бабочки, на них еще нет скидок. Акупунктурный коврик тоже лежит. Все уже, как говорится, наелись. Кому надо было, купили. Это аппликатор Кузнецова. 599 рублей, 68 на 42. Перчатки садовые. Вот перчаточки, у меня есть, я купила много. Тут L размер, садовая четырехъярусная. Это теплица. Вот она, четырехъярусная. Это вот которая вертикальная, с молнией, фиксатором. И садовый инструмент. Помните, были пластиковые, а кто на них не купился, тот может купить хороший инструмент с резиновой ручкой, металлические, например. Что это, мини-виллы? 89 рублей. И, скорее всего, здесь есть совки. Да, совочек вот какой. Черный, стильный, удобный, в принципе, прочный. По 89. Ну, нормально. А здесь, что интересненького, огурцы гренола 129, маринованные. И посмотрите, от ботаники это у нас с вами томаты резаны, очищенные в собственном соку, по 89. И к предстоящей Пасхе салфетки 49 рублей. Ой, какие красивые, с цыплятами. И зайчики с корзинкой. И сегодня у нас с вами в этом видео мастер-класс, как украсить свечек в Пасхе с помощью салфеток. Очень простой, легкий способ. Думаю, что вам понравится. 49 рублей. Вот как раз покупайте салфетки с пасхальными изображениями. И вперед. Смотрите-ка, посыпка. Да еще как много. 170 граммов. Тут и такая, и сякая. И конфетти, и длинненькие, и бабочки, и шарики. 189 рублей. 4 разновидности. Кисель 89. Даже детям разрешено от 3 лет. И маршмеллоу 200 граммов, 169. Такой же точно продавался вот для барбекю со шпажками внутри. Я покупала уже, тестировала, мне понравилось. Во-первых, они огромные, вот эти зефиринки. Во-вторых, я относилась с недоверием, думаю, ну нафига жарить на огне, когда и так вкусно. Но попробуйте, попробуйте, вот возьмите на майские, попробуйте поджарить. Действительно, на шпажках это обалденно вкусно. Получается карамельная корочка. Хрустящие, это очень вкусные. Внутри они такие становятся жидкие. В общем, это не передать. 169 за 200 граммов. Супер вкусно. И детям понравится, и взрослым. О, от Коломенский шоколадница. Шоколадные вафельные конфеты. То есть не хотите тортик? Вот вам в конфетах завернули. 99 за 200 граммов. Смеси, красители. Ну, закончились уже. И мы с вами плавно подошли к посуде. Какие красивые кружки. Прям по цвет куртки. Бежевый цвет. 99 рублей, 380 миллилитров. Вот такой нежно серо-розовый. Очень красивый. И, конечно же, голубые. Ну, обалденные, кстати. Очень хорошего качества. Мне нравятся. Звонкие. Да.
Самое главное, очень красивые. Давайте я сюда поставлю. Какой вам цвет больше понравился? Вот это с розовинкой. Все красивые пастельные такие оттенки. И есть салатники 149 рублей. Тоже они всех цветов. Тарелка. Фарфор называется. 20 сантиметров. Матовая керамика. 149 рублей. Ну, такие грубоватые, но... Ой. Вот он, голубой цвет. Здесь, кстати, не очень-то она и шершавая. Хорошо отполирована тарелка, то есть не будет царапаться. Качество хорошее. Да. 149, 149, 99 кружка. Вот еще что полезное. Экологически безопасное, потому что это стекло, притом оно жаропрочное. Это кастрюля стеклянная с крышкой. 1,5 литра, жаростойкое стекло. Можно хранить в холодильнике продукты в этой кастрюле. Можно использовать в духовке. Крышку можно использовать отдельно, например, что-нибудь в ней запечь. Такой небольшой высоты. Или омлет, или какую-нибудь запеканочку. И, короче говоря, не написано, что можно использовать на плите. Только в духовке. Стоимость 399, объем 1,5 литра. Для активных игр на воздухе, посмотрите, какая красота. Мяч и две вместо ракетки, ну, такие хваталки, что ли, с липучками. Ну, для детей как раз вместо бадминтона, да и для взрослых хорошо. Игровой набор «Поймай мяч». Тарелка-ловушка 2 штуки и мяч 1 штука. Мяч мягенький, а тарелки с липучками. 249. И для кемпинга появились, смотрите, какие штуки. Мебель. Мебель для кемпинга. Здесь стол. А, вот он какой. Он, короче говоря, сложенный. И все это еще в чехол. Стол складной 92 на 52 и 55 в высоту. Вот они, ножки. Берем, раскладываем. Трубки какие-то еще. И вот сама верхушка. Для любителей животных игровой набор 299. Тут животные сафари. В основном, да, африканские. Средней полосы нет. Вот здесь олень и жираф. Кенгуру. Черепаха, крокодил. Обезьяна, орангутанг. Других вот носорог. А, ну они тут все разные, кстати, наборы. И лев, и носорог, и зебра. Но в основном животные Африки. Лошадка, слон. Думаю, что тоже подешевеет, потому что 300 рублей дороговато. Согласитесь, ножницы китчен. Интересно, это те, которые раскладываются вот так. Тут и открывашка, и отвертка, и орехокол. Все-все-все. 8 в одном. Острые, нержавеющая сталь. 189. Вешалка на дверь с деревянными тут наконечниками. Чем она хороша? Во-первых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 крючков. А во-вторых, обратите внимание, не нужно ничего сверлить. На дверь повесили и все дела. Можно, конечно, еще укрепить саморезиками, но это не обязательно. Притом на широкое дверное полотно, не на узкую дверь. Обратите внимание. И стоит она 199. Вот была бы беленькая, я бы взяла. Потому что на светлой двери мне нужно. Как раз одну вешалку еще нужно докупить. Шалаш. Покажу вам, кстати, как они висят. Но у меня белая обычная. На Валберес, по-моему, заказала. Покажу вам, как они висят, как они функционируют. Очень-очень удобно. 199 – хорошая цена. Тем более здесь, видите, отделка деревом натуральным. Кончики. Стол 1700 рублей для кемпинга, а стул вот такой, или кресло, я бы его даже назвала, потому что с подлокотниками, 799. У меня такое есть, я покупала в Светофоре. Очень-очень удобное кресло, кстати, мягкое. Ну, там по килограммам еще есть. Нагрузка максимальная 100 килограммов. Так что вот так, максимальная нагрузка. Здесь что-то такое. А, да еще и помпа надувать. Это, короче говоря, воздушные шары. Нет, это водяные бомбочки, оказывается. 399 рублей. И помпа для надувания. Для накачивания. Для чего? Насос водяной и шарики. Целых 200 штук.
Гавайская смесь 124 800 граммов. Ура, наконец-то она появилась. Опять беру. И еще для сада-огорода лента Протект 9 метров 299 рублей. Для грядки подходит для декора с перфорацией. Хаки. Ну, вообще-то зеленый цвет. Значит, 10 сантиметров ширина и 9 метров у нее длина. И, о чудо, сумки есть в продаже, потому что во многих магазинах, я смотрела, их быстро как-то расхватали. Ну, это типа Gucci, вот такой узор, рисунок и форма. 699 рублей, ну, на лето нормально, легенькая. Вроде такая стильная, золотистая фурнитура, пластиковая молния. И внутри есть маленький кармашек, как обычно, внутри чехол, все просрочено, никаких ниток. Ничего не торчит, все защищено. Тоненький ремешок, который можно регулировать. Уголочки защищены, непромокаемая. Ну, сделано под ткань, как будто бы ткань, на самом деле кожезаменитель. Так, и женские есть еще, типа изиков, 399 рублей. Такие тоже тяжеленькие. Они, подошва, кстати, больше резиновая, это не Эва. Больше похожа на резину. По весу и по виду. Так, а это платье, на ощупь синтетика, 56 размер, кстати. Гусиная лапка, притом двухцветная, трехцветная, серый, черный, белый. Так, Олимпика 499, она такая синтетическая, это спортивная одежда. Если хорошего качества синтетика, то будет отводить влагу. Так, молния, высокий, тут высокое горлышко. Капюшон, рукава реглан, наружные швы плоские, манжеты, карман кенгуру, пластиковая молния. Вот такие олимпийки. Топ, поддерживающие чашечки без застежки и косточек. Олимпийка женская с капюшоном. Легкая невесомая ткань, да, так и есть, она тоненькая. Ну вот, как я вам говорила, отводит влагу и быстро сохнет, потому что это для спорта. Вспотели и тут же не простудились, а благодаря олимпийке все испарилось. Брюки женские, это тоже расклешенный широкий пояс, плотная эластичная ткань. Тоже, по-моему, для занятий спортом. 399. А, вот оно, платье. Есть еще, смотрите, какая крупная гусиная лапка. Свободный крой, комфортная посадка на любую фигуру. 46-56. 699. Ой, да тут еще и такое, и сякое. Пончо, плед, все так же 700 рублей без рубля. Джемпер 699. Майки подешевели. Жилеты 600 вместо 900. А майки, вот они, мужская, одна штучка осталась. 200 рублей вместо 300. Тостеры по-прежнему 999, а я хотела старый заменить. И если был бы со скидкой, взяла бы, но подожду еще. И вафельницы тоже хотела взять. 500 рублей ей красная цена, подождем скидку. Тоже бутербродики делать, возьму в Москву. И гель фа йогурт алоэ вера. Большая упаковка, 750 мл с помпой, 289. Ну и я сегодня набрала, конечно, и немного, и немало, вообще-то много. Одну решетку для гриля, потом футболку темно-синюю, говядину для супа, три огурца, чудо-йогурт, овсяное молоко, гавайская смесь, две упаковки сливок, потом лапша такая-сякая, сахар, бананы, трое сюнтуков, целебная, по 33 что ли она, три штучки на 100 рублей как раз, апельсины, грейпфруты и что-то там еще, вот милк снэк. Вот вся моя корзина. Посмотрим, какая сумма получится. Ну, самое дорогое, наверное, это решетка или одежда. Потом говядина. Масло с кошечкой здесь есть. В последний момент о нем вспомнила. По 139. 82,5. Сладко-сливочное. 180 граммов. Высший сорт. Мне оно нравится. Нормально. Ничем не хуже другого масла, которое от 250 рублей в других магазинах. Взяла туалетную бумагу, салфетки, губки для мытья посуды.
Короче говоря, полная телега. И у меня получилось на сумму 3380. Но посмотрите, сколько пунктов. И, короче говоря, самый дорогой товар в моей корзине — это 399 рублей футболка мужская, оказывается. Затем 299 уже решетка, 299 лопатка говяжья. Ну и все, остальное 194 грейпфрута, например, я взяла, апельсины, короче говоря, витамины. И посмотрим в каталог. Вот она решетка, вот он набор для барбекю, но я подожду, я возьму, но когда чуть подешевеет. Потом сосиски венские с ароматом копчения. Для Пасхи, да, вот она посыпка, куличи будут, наверное. Нет, красители будут посыпать. Вернее, были красители, но закончились к нашему приходу. Зефир барбекю, классная штука, если вы собираетесь на шашлыки. Вот он, стол, 1700. Ну, я думаю, что будут еще скидки. Но вот решетку прям берите. Дешевле не знаю, будет ли на нее скидка, непонятно. Почему-то здесь эта бордюрная лента, смотрите, с какими дырочками. С перфорацией, оказывается. Да, так и есть, с перфорацией. Вот они, а там не видно было. Подушка полена тоже должна подешеветь, я надеюсь. Какой красивый комплект посуды. Вот эта сумочка, много карманов. И жилеточка, много карманов. Так, ну вот и все. Классные кроксы детские с декором. Взрослые без декора. Так что вот такая весна. Все на шашлыки. Прямо из чижика. Задекорируем свечи к Пасхе. Нам понадобятся с вами салфетки, самые обыкновенные, но с красивым принтом, с красивым рисунком. Вот как раз я нашла в чесноке, в дискаунтере чеснок. Помните, салфетки взяла на пасхальную тему, пригодятся. Потом у меня нашлись вот такие салфетки с бабочками и с цветами. И любые свечи, желательно толстые, большие и, конечно, лучше светлые. Ну и попробуем на фиолетовой свече тоже, как получится, как проявится рисунок. Я взяла бумагу для выпечки. Также нам с вами понадобится утюг. Выбираем понравившийся фрагмент. Кто-то рвет вот так салфетки. Можно, конечно, и рвать. Так будет даже еще лучше. Отделяем самый верхний слой тонкий. Смотрите, какой тонюсенький. Прикрепим зайчика. Тут еще нужно не переусердствовать, чтобы не проплавить свечу слишком сильно. Вот здесь, где еще видна салфетка, можно дополнительно прогладить утюгом. А так, смотрите, супер класс. Прогладим, чтобы не было белых пятен. Смотрите, какая красотень. Вот и все. Можно и так оставить, а можно дальше добавлять. Давайте еще что-нибудь сюда добавим. Птичек, зайчику, а то ему скучно одному сидеть. И цветочки. О, а здесь я чуть перестаралась, но можно загладить. Если вы чуть перестарались, переплавили свечу, можно вот так через бумагу ее исправить, загладить. Пока она теплая, смотрите, как оп. О, какая красота. И кулич. Так, выровняем. Вот не знаю, с цветной получится или нет. По-моему, она проплавилась и все пропало. Да, с цветными так не экспериментируйте, потому что видите, что вот этот цвет сверху, он все испортил. Он проник сверху на салфетку и все нам подпортил. Вау, смотрите как. Да уж, это, конечно, очень легко и супер красиво получается.
Ну что, бабочки, наконец. Ух, вот это, мне кажется, самое шикарное получилось. А мы вот так крылышко сюда загнем. Ух, какие же они красивые все. Какая вам больше понравилась? С зайчиком пасхальная, ну или с куличом. С цветами весенними или бабочки. Хотела сказать, водой. Жуткая гроза была. Вот опять там все в воде, в луже. Но зато травка растет. Смотрите, они там причесываются, потому что знают, что впереди обед. Сытный, вкусный. Вот наводят марафет. Там все в сборе. Коровка или бычок, мы с вами еще думаем. Затем клёпа посерединочке. И, конечно, красотка, королева красоты, кошка-енот. Она уже прочесалась. Ракурс поближе. Кошка-енот что-то сегодня грустно. Дремлет, по-моему, закрыла глаза. Видите, все там пятки моет. Ну, ладно, давайте выглянем, посмотрим, подойдут или нет. Всем доброго денечка. Что у нас здесь? А у нас здесь, а вы посмотрите, они уже здесь. Вот это да. Только что там причесывались. И уже хор кошачий на месте. Ну что, будем есть? Кс-кс-кс-кс. Кс. А что убежали? А что убежали? Клёпа. Ты где сегодня был? Белая кисточка. Да, сейчас будем кушать. Очень вкусная кашка. С куриными желудочками. Кошка-енот, иди сюда. Кс-кс. Пока нет дымков, угольков, можно спокойно покушать. Да. Кто там завывает? Вот они, три миски. Но не так просто все это нести. Но ничего, попробуем. Кто громче всех кричит? Кто самый голодный? Да клёпа, конечно же, как всегда. Идем, 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 идем. Все, они уже знают, куда чего. Да, я не отстаю. Идем. Я иду, 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 иду. Да. Прям как белые лапы клёпа. Тоже возвращается. О, а тут смотрите, все залило. Залило. Гроза сегодня была страшнейшая. У меня даже окна протекали. В телеграме я там поставила видео. Да тише вы. Тише, тише. Я уже ноги промочила. Потому что не вижу, куда иду. Давайте всем вот три мисочки. Аккуратненько. Подходим и едим. Тепленькая еда. Кашка только-только настоялась. С утра им сделала. Так, клёпа там уже привередничает. Вот им там желудочки куриные. Все там есть. И мясо, и полезная овсянка. Зачавкали. Клёпа, иди есть. Что ты капризничаешь? О, вот так вот. Кстати говоря, кошка-енот не такая простая, как кажется. Она, оказывается, охотница. Я видела, как она притаилась рядом с елкой. Я думала, она от меня прячется. Нет. Она, оказывается, кого-то там выслеживала, а потом кинулась, кого-то, видно, поймала. Вон он, нос розовый. Короче говоря, она охотится еще, поэтому каша ему уже не интересна. Там, наверное, мыши полевые. Кто там еще? Птички у них на закуску.
А каша это так, зимний вариант. Ну ты чё вредничаешь-то, Клёпа? Кто есть-то будет, а, артист? Кто кушать-то будет? Я для кого старалась, варила? Вы чего, забастовка? Ну давайте, знаете как, я вам сейчас куриные головы принесу. Тут посмотрите. Ну, уголькам теперь осталось. Не хотят кашу. Принести вам куриные головы? Как думаете, будете есть? Сейчас принесу. Что с вами делать? Кормить-то надо как-то. Сидят, скукожились, обиделись. Сказали, мало мяса принесла. Но сейчас исправим. О, услышали, что я дверь открываю, рванули. Ждут. Вот сейчас откроем дверь, увидите, они будут выглядывать. На старт, внимание. Ну и где? Где? Да вот они. Вот бегут. А вы знаете, что я вам принесла-то? Вы даже не догадываетесь сейчас. Выглядят страшно. Это куриные головы, но они для них очень вкусные. Сейчас будем кормить с вами, приручать с крыльца. Так, стоп. Клювы, как и советуют. Клювы, естественно, я... Так, стоп. Клювы я отрезала ножницами. Вот, смотрите, как учуяли мясо. О, видали? Это вам не каша, малаша. Так. Ух. Бои без правил. Клёпа. О. Все. Их так и видали. Убежали. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал ТикТок ТВ. Присоединяйтесь ко мне в Телеграме, в Яндекс.Дзене. Все ссылки вы найдете под видео.